Конкурс «Лыжня здоровья» объявляется открытым. «Лыжня здоровья» – это конкурс для физкультурников, а заодно и соревнования в удовольствие. Высокие спортивные результаты здесь не нужны, в почете – регулярные занятия спортом. Чем чаще выходишь на лыжню, тем больше шансов на победу. И в любом случае хорошее настроение и крепкое здоровье. Несмотря на большой мороз, это по зову долга души. Долгое время занимаюсь лыжным спортом, и это мое, можно сказать, увлечение, хобби. Я всегда готов выступать как на соревнованиях, так и выходить на лыжню здоровья. Участник конкурса перед выходом на лыжню заполняет контрольный талон с указанием своих данных. Талон отпускается по месту лыжной прогулки в контрольные ящики. Такие пункты расположены на лыжной базе, в деревне Городище и на лыжном стадионе. Потом талоны подсчитает жюри и подведет итоги, но это будет только в апреле. А пока всем любителям лыжных прогулок попытаются создать максимально удобные условия. И теперь мы даем людям больше возможностей себя проявить, порой даже не выезжая за города, катаясь по освещенной лыжне, допустим, в Ломоносовском парке или здесь на лыжном стадионе. Трассы всегда накатаны, в течение недели и на выходные всегда открыты раздевалки здесь. Поэтому я думаю, что с этого сезона хотя бы больше комфорта, наверное, будет. В субботу был дан старт конкурсу лыжников любителей. Теперь каждый может кататься в удобное для себя время. В личном зачете победителей назовут по возрастным группам. Главный критерий – наибольшее количество выходов на лыжню. Кроме индивидуальных достижений, на металлургическом комбинате оценят и массовость. Победители и призеры среди предприятий и структурных подразделений дивизиона «Северсталь» и «Российская сталь» определятся по процентному соотношению человека выходов к количеству работающих подразделений.